Остановочку, выходим из машины. Из машины выходим. Серебристая 12-я в поле зрения правоохранителей попала не случайно. В службу ГИБДД поступил звонок о водителе, чье движение по трассе другим автомобилистам показалось неадекватным. Инспекторы Новокубанского района начали преследование. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. На въезде в город Армавир к погоне присоединилось еще несколько экипажей ДПС. Однако нарушителя это не остановило. Он продолжает движение, создавая на улицах города аварийные ситуации, допускает столкновения с двумя автомобилями и останавливается, лишь наехав на препятствие на забор частного домовладения, где и был задержан. Водителем, который пытался скрыться от инспекторов, оказался 27-летний житель Армавира, ранее судимый за грабеж. Мужчину доставили для медицинского освидетельствования. От прохождения процедуры он отказался, при этом медики зафиксировали факт опьянения. Вот только алкогольное оно или наркотическое установить не удалось. Сотрудники полиции в автомобиле у задержанного обнаружили вещество, схожее с наркотическим. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В отношении задержанного составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. Изъятое вещество направлено на экспертизу. В двойном ДТП, которое спровоцировал нарушитель, никто не пострадал. Механические повреждения получил лишь транспорт. Ряд резонансных ДТП произошел и в праздничные дни. 27 сентября в Армавире под машину попал полуторагодовалый ребенок. 27 сентября по улице Чечерина в городе Армавире полуторагодовалый ребенок выскочил на дорогу, в результате чего автомобиль наехал на ребенка. Ребенок с ушибами госпитализирован в детское хирургическое отделение детской больницы города Армавира. Как пояснила мама, она зашла в дом выключить электроприборы, а ребенок остался с женой брата. Жена брата не досмотрела, поэтому ребенок выскочил на дорогу. А это последствия того, что 17-летний подросток сел за руль. По данным ГИБДД, авария произошла около 2 часов ночи 25 сентября. Парень тайком от родителей, пока те спали, взял ключи от машины и из Красной Поляны выехал в город. В районе педуниверситета он не справился с управлением, наехал на бордюр, и его движение остановило уже дерево. Благодаря подушкам безопасности несовершеннолетний отделался сотрясением мозга и ушибами. В целом за праздничные дни в Армавире произошло 44 аварии, погибших нет, несколько человек пострадали. Ирина Рухлядко, Артур Горжанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.